Саранске завершились всероссийские соревнования по подводному спорту в дисциплинах спортивный дайвинг и плавание в ластах. В столицу Мордовии съехались более 200 сильнейших участников из 10 регионов страны. В составе сборной Московской области выступали 23 спортсмена спортивной школы «Звезда». Серпуховичи привезли домой 13 медалей – 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.